всегда. У тебя? Помни, я на... Что предложишь? Мне... Ты...
Помоги мне!
тебя убью.
Thank you.
Yeah.
Бор дал мне сил.
Чувствую прилив сил. Дал мне сил. Thank you.
Следов нет. Хорошо. Сандилка проверена.
чувствую прилив сил. Тор дал мне сил.
Смотри, Сюнин. Дин не разделял веру и познание. Именно об этом я и говорю. Значит, веры тебе недостаточно. Нужно рациональное объяснение. Познание природы Бога. Ты идешь против учения. Это смело. Нет, нет. Я о другом. Позволь мне пояснить. Как бы выразить мысль? Я имел в виду, что вера превыше всего. Да, ведь без нее жертва Христа напрасна. Он погиб, чтобы спасти нас, верно? Искупить первородный грех Адама и Евы, но ведь зло не исчезло. Да, не исчезло, потому что он дал нам свободу выбора. А была ли свобода выбора у младенца, убитого тираном? Да, то есть нет. Это явное упрощение. Или, может, у священника, чье сердце сожрал волк? Или у Иуды, которому было суждено предать Христа? Кто-то скажет, что Иуду использовали. Что же это я слышу, брат Хордберт? Ты усомнился в Писании? Усомнился в вине Иуды? Чудовищное святотатство! Нет-нет-нет, ты все не так понял. Брат Седрик, ведь я всегда был смиренным слугой Господа. Прочь, прочь! Ищешь новых друзей? Речи человека позволяют заглянуть в его сердце, Эйвор. И это часто бывает полезно. И как тебе сердца тщедушных христиан? Это лишь выражение, Эйвор. Наш разговор меня утомил. Я тебя тоже утомил? Напротив. Я рад, что ты здесь. Все думаю о том, что случилось в Мерсии. Что Фулке увидела в Сигурде? Может, силу рода? Что ей нужно? Ее замысел понять непросто, но сейчас это не важно. Сперва найдем твоего брата. Согласен. Если справимся, узы нашей дружбы будут нерушимы. Что ж, каков твой план? Мы в самом сердце христианских земель. Язычник и еретик. Чтобы найти Фулки, нам нужен тот, кто верит в их бога. Фулки сама не святая. Ее идеи тоже не по душе христианам. Верно. Вот только в отличие от нас, она может притвориться одной из них. Но от всех ей не спрятаться, особенно с пленником. Ладно, с чего начнем? Я нашел нам друга, аббат Кинеберт. Он горит праведным огнем, но очень честолюбив и не слишком умен. И какая нам от него польза? Идем, я вас познакомлю. Послушаем его рассказ вместе. Нашел ли ты умиротворение в одиночестве? Я его не терял и не бываю одинок. Я люблю путешествовать по миру и быть среди людей. Я наблюдаю за ними, изучаю их и постоянно перенимаю их опыт. В этом наш долг, призвание незримых. Думаю, так бы сказал твой ученик. Мне будто слышится его голос. Хм. Значит, я хорошо обучил Хайсама, ведь это мои слова. Ты о вашем кредо и догмах? Именно. И о чувстве, как это назвать, ответственности за благополучие человечества. Высокая цель. Но это не объясняет твоего интереса к Сигурду. Мой брат мыслит мельче. Да, но в нем есть нечто особенное. Нечто важное. Я хочу, чтобы он это понял. И пытаюсь ему в этом помочь. Взгляни на эти благословенные земли. Сад Господа нашего. И лишь его верные слуги достойны трудиться здесь. Аббат Кинеберт. Это тот самый норвежец. О, да. И с виду весьма грозный. Басим сказал мне, что ты знаешь Фулке. Верно. Леди Фулке была здесь не больше месяца назад. Мы беседовали и пили. Приятная женщина. И где она? Топор Эйвора к твоим услугам. Можно рубить деревья или головы. Что ты ему пообещал? Ничего особенного, Эйвор. Мне нужна помощь в одном несложном деле. Этот норвежец знает цену молчанию и скрытности. Он подходит для нашего деликатного дела. Перейдем к сути. Что ты хочешь в обмен на сведения о Фулке?
Несколько недель назад Элдерман Кента покинул этот мир. Тяжкая утрата. Король Альфред выбрал ему замену. Но имя еще не названо. Мне нужно узнать его. Сейчас. Весь Кент скоро увидит, кого из Тенов выбрали. Здесь важно время. Я должен успеть очаровать его, прежде чем к нему на поклон пойдет полшира. И кто же знает его имя? Посланец короля. Он доставит письмо с поздравлением новому элдермену. Найди его и сообщи мне. Узнаю имя счастливца, обсудим, как мне ему угодить. Если я соглашусь, как ты найдешь Фулке? Мне нужна уверенность. Есть ли у тебя люди во всех церквях, аббатствах и соборах Кента? У меня есть. Я найду ее. А мы займемся тем, чем христиане боятся запятнать душу. Где мне искать этого посланца? Монахи Тунбриджа говорят, что люди короля всегда останавливаются у них на ночлег. Начни там. Я узнаю имя, а ты найди Фулке. Всему свое время. А меня ждут на южном побережье. В Фолкенстоне лучшая рыба в Уэссексе. Значит, я найду тебя там, когда узнаю имя. Киноберт честолюбив, зато многих знает. Без него Фулки нам не найти. Еще посмотрим. Чем займешься ты? Мне пока не надоели христиане. Увидимся в Фолкенстоне.